Доброго здоровья, друзья. В час ночи нам привезли раненую собаку. Так поздно мы приняли только из-за двух слов, что ребенок не наступает на лапу, и, похоже, она у него сломана. Поэтому собаку в час ночи привезли в приют. Поместили в отдельную клетку, а утром, созвонившись с врачом и уговорив его в очередной раз осмотреть собаку в долг, ребята, мы выехали. Почему выехали? Да потому что промчаться 400 километров гораздо дешевле, чем сделать те же самые снимки и обследования здесь, в одной из московских клиник. Ребята, чистая экономия – это первое. И второе – я доверяю врачу, с которым работаю больше 10 лет, с его золотыми руками. Именно поэтому Барбос поехал к Баркову. А вот оперировать, ребята, пока не знаю. Слишком огромный долг у Баркова. Сейчас перед вами мальчик. Мы его обследовали, сделали снимки. Пока он находится в стационаре. Операцию необходимо оплатить сразу. Ролик экстренный. Вам решать, друзья. Ну что, тут это у нас нормально, это нога опухшая и горячая. Это однозначно перелом. К бабке можно не ходить. Миша звонит. Сами с собакой вдвоем, да, собака уже успокоился. Едем в клинику. Ну что, малыш, в больничку? Да, маленький. Так, мы приехали в Альтаир. Thank you.
Ты как, добренький? Да, он хороший. Порода есть? Нет. Мальчик. Кастрированный, да? Нет. Да молодой, года два. Перед вами Барбос, ребенок, которого изуродовали, пытаясь сделать из него породистого алабая, наверное. А он взял и вырос таким, какой есть. Метис овчарочки, которого никаким уродством не превратить в элитную собаку. Перед вами просто пес. Творение жадности и алчности людей. Я же обращаюсь к вам за добротой. Такой страшный перелом со смещением не пожелаешь и врагу. Да? А какой тут? Прям совсем круто.